Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня у нас распаковка первого заказа из первого каталога. Заказ на 390 баллов, он огромный, и у меня получилось, что я отправила заказ, потом еще один и еще один, то есть они сыпались друг за другом. И я вам покажу, что я заказала в первую поставку. Итак, wellness для всей семьи, дочке, мне — это женские витамины, и Миша — мужские. Я оформила сразу подписку на все витамины, потому что подписка намного выгоднее, чем если мы берем по одной пачке. Чем это выгодно? Я взяла сейчас в первом каталоге пачку, во втором пачку, в третьем пачку, а в четвертом она придет бесплатно. И если поделить стоимость на 4 пачки, то получается гораздо привлекательнее цена. Поэтому я вам тоже рекомендую брать сюда по подписке витамины, и наборы можно брать: витамины коктейль, витамины суп, или даже тройные наборы, где суп, коктейль и витамины. Классно. У меня мало каталогов, я нечаянно ошиблась и заказала вместо следующих каталогов текущие, поэтому 10 каталогов мне пришли за первый период, а новые уже номер 2 всего несколько штучек, потому что я их брала с наборами. Так, витаминки убираем в сторону, чтобы не мешались. Вот про поводу витаминов хотела сказать: многие задают вопросы, надо ли их пить каждый раз или делать курсы. Мы пьем регулярно. Почему? Дело в том, что эти витамины, они идут как добавка к питанию, то есть мы кушаем еду и должны получать из нее витамины, какие-то микроэлементы, аминокислоты, белки и так далее. Так вот, то, чего мы недополучаем, мы берем отсюда, поэтому витамины не накапливаются в организме. То есть вы выпили сегодня, вот сегодня они работают, завтра уже нужно новые витамины пить. Поэтому мы пьем регулярно, и как результат — это внешний вид, самочувствие, иммунитет, да просто классное состояние, как внутреннее, так и внешнее. Поэтому я рекомендую пить, как и специалисты, наши профессионалы, пить регулярно, каждый день, без перерывов. Так, это еще не все. У нас же была акция, она началась, вернее, сейчас идет акция, она началась еще в прошлом каталоге. Если вы сделали заказ на 750 рублей и в этом каталоге делаете на 750 рублей, то можно выбрать один какой-то продукт по акции со скидкой, либо астаксантин, либо аромат. Я взяла один аромат, мистер Джиордани, очень классный аромат. Можно взять набор королевский бархат, и я тоже его заказала. В него входит дневной крем, крем для век и маска королевский бархат. Представляете, цены, конечно, очень приятные, поэтому я решила, что нужно брать. Вам интересно, вам кота видно? Так, надо убрать отсюда витамины, потому что давно Баксика не было в кадре, а тут смотрю, он у нас купается. Так вот, я взяла две баночки астаксантина, аромат и набор. Почему 4? На каждую выполненную акцию, то есть количество выполненных условий, вы получаете одну возможность. Сделали два раза по 750, значит, у вас два шанса что-то взять. Или если вы в прошлом каталоге заказ не делали, а делаете только в этом, то нужно сделать заказ на 1500 рублей, и тогда тоже на каждые 1500 берете какой-то один продукт. Там еще есть аромат мисс Джиордани, тоже посмотрите, классное предложение. Так, там заказала такие маленькие смягчающие средства с ароматом клубники, и они идут с маслом семян клубники, волшебные, просто волшебные. Я уже пользуюсь, сама дочке подарила, всех на Новый год одаривала этими маленькими смягчашками, они просто, ну, нереально всем доставляют огромное удовольствие. Это и оформление, сейчас покажу баночку, и эффект. Я с смягчающим средством мажу губы, кутикулу, ноги, даже вот ступню, потому что кожа такая сухая на ногах, и колени, то есть все, что сохнет. У малышей болячки частенько бывают, да, они у нас любят куда-нибудь влезть, и вот когда болячка высыхает, чешется, зудит, и зачастую, да и взрослые тоже задирают, и опять скровит, и заново болячка. Вот намажьте смягчающим средством,
пусть полежит, болячка отвалится и останется ровная кожа, и потом она быстро заживет. Классное средство. Так, у меня заказали, пришло так интересно оформлено в такой бумажечке, заказали лопаточку Skin Pro. Это силиконовая лопаточка для нанесения масок и крема. Я, кстати, ей наношу крем, она так классно упакована. Ой, я ее даже не открою с этой стороны. Вот, в общем-то, под заказ, ладно, не буду скрывать. Вот такая вот лопаточка, ее здесь видно, на коробочке показано. Я выложила в сторис видео, как я наношу крем этой лопаточкой. Мне сразу подруга пишет: ты где взяла? Я говорю: в Oriflame. Срочно мне тоже такую закажи. Конечно, сразу заказала. Так, дальше у нас сейчас идут по акции гели для интимной гигиены, три вида гелей. Один у нас идет защитный, успокаивающий, потом для молодой кожи мягенький, для молодой девушки мягенький. Я взяла их несколько штук, какие-то идут под заказ, какие-то я в запас положила, положу вернее, потому что гели должны быть всегда в запасе, их часто спрашивают, и многие просто ими с удовольствием пользуются. Так, Dare to Shine, два аромата заказали. Кстати, такая история получилась, ну не могу сказать, что она была приятная. Мне клиентка заказала два аромата, они не так давно, может быть, два или три каталога были по акции, и заканчивается каталог, она мне на следующий день пишет: ну где мои ароматы-то, а заказала давно. Я была уверена, что я их заказала, получила и ей отдала. Я не знаю, может быть, мне сон приснился. Я говорю: разве я тебе их не отдала? Она говорит: нет, конечно. Я проверяю, действительно, я их не заказала, они у меня нигде не записаны. То есть как-то в голове у меня сработало, что все нормально. Я ей говорю: что ж ты мне вчера-то не написала, вчера каталог закончился. Она говорит: ну ладно, не расстраивайся. И вот как только она увидела, что они опять со скидкой, сразу два заказала и спрашивает: точно заказала? Ты не забыла про меня? Да, я могу забыть, потому что, ну, у меня это, как сказать, не в приоритетах работа с продукцией, это как бы, ну, дополнительное хобби, удовольствие, может быть. Но смотрите, тем не менее заказов получается очень много, то есть в каталог 400-500, бывает больше баллов, потому что люди уже все знают, что я работаю в Oriflame, поэтому смело могут сами ко мне обратиться, или когда я предлагаю, то все с удовольствием смотрят каталог, заказывают продукцию. Главное, мне самой, если на это тратить больше времени, то заказов было бы очень много, потому что люди любят Oriflame, это классная компания, уже зарекомендовала себя очень хорошо. Так, кто там хулиганит? Мелисса, хулиганюшка. Так, заказала зубные пасты, две отбеливающих, две, забыла какие, по-моему, освежающие, потому что пасты в Oriflame очень хорошие. Сейчас произошел обновленный формат и дизайн поменялся, и состав пасты. Я пока попробовала травяной комплекс и для чувствительных зубов. Для чувствительных мне не очень понравилось. Травяной, она как бы мягче, чем предыдущая. А мне хочется наоборот, чтобы она была немножечко порезче, более ощутимая такая. Но пока не знаю, попробую еще новые вот эти две пасты, сейчас сразу открою. И будет интересно почитать ваши отзывы, потому что наверняка многие уже попробовали пасту, сложили свое впечатление, уже какие-то результаты получили. Поэтому пишите в комментариях, мы все читаем и потом рассказываем на эфирах или в обзорах. Я делюсь уже именно такими вот мнениями, и хорошие, и плохие я все обычно рассказываю, чтобы получился такой максимально честный обзор. В распродаже я нашла вот это чудо. Кто пробовал эту серию Love & Care с молочком и миндалем? Ее сняли с производства, у нас остался только такой большой крем, и то он бывает очень редко, где-то в каталогах так мелькает. И тут я вижу в распродаже, то есть когда делаешь заказ, нажимаешь далее, оказываешься в разделе акции, и там, если полистать, очень много продуктов с большими скидками. Например, вот этот лосьон 400 миллилитров стоит всего 199 рублей. Но это же фантастика, почему у меня один, не пойму. Мне кажется, я два заказывала, то ли я уже сбилась. Буду делать заказ, обязательно еще закажу, потому что это очень крутой лосьон, он такой нежный, увлажняющий, легко наносится на кожу, и его надолго хватает, потому что вот у него идеальная концентрация и
получается расход маленький, то есть он увлажняет хорошо и его много не нужно. Так, дальше взяла два кусочка мыла попробовать, гели не заказала, из новинок новая серия Scents and Moments. Я уже использую с грейпфрутом серию, это просто вообще что-то нереальное, что-то с чем-то, и я хочу сказать, достойная новинка. И сейчас мы попробуем с вами, какой аромат у миндаля. Ой, какой нежный, не резкий, не навязчивый, вот реально очень нежный. Вот с ароматом грейпфрута там более яркий такой насыщенный аромат, просто аж слюни текут. А с запах, с ароматом океаническим, сейчас тоже попробуем. Ну, видите, как обычно, все, что я беру себе, я сразу открываю. Слушайте, классно пахнет, очень приятный, очень. Честно говоря, я потерла когда страничку в каталоге, там есть такие кружочки, можно потереть и аромат ощутить. Я как-то не была впечатлена, мне вот с миндалем очень понравилось, а океанический как-то я не раз пробовала, наверное. Вот от мыла пахнет очень вкусно. Так, это еще не все, как обычно набрала патчи. Вы знаете, я брала их много, более 20, но у меня их кто-то раскупил, кто-то брал на подарки, я раздарила много, то есть я прям подружкам дарила патчи, их даже не нужно было оформлять специально, просто там бантики прилепила. Слушайте, как люди кайфуют от этого, я сама в восторге, потому что, во-первых, эффект. Ну вот самое главное, да, всегда нам, ну понятно, один раз поиграться может быть и ладно, но дело в том, что они действительно эффективны. Их наносишь под глазки, вот на везде, на морщинки, вот так кругляши я прям сюда леплю, на вот эту зону. Эффект моментальный, такое классное увлажнение, то есть кожа прям вот напитанная и ровная под глазками, становится гораздо вот ровнее кожа. И что классно, их можно резать на кусочки, то есть как удобно там вырезать, и это красиво, какие фотки получаются, сторизы забавные. Поэтому попробуйте, пока они есть, потому что я не знаю, будут ли они на постоянной основе, надеюсь, что да, надеюсь, что может быть у нас еще новые патчи, потому что я патчи очень люблю. Это такая классная штука, когда нужно быстро вот дать, во-первых, что-то новое для кожи вокруг глаз, потому что на лицо постоянно какие-то разные маски, то тканевую, то питательную, то отшелушивающую, то пилинг, то есть все время что-то мы меняем. Для кожи вокруг глаз крем и все, одно и то же каждый день, утром вечером один и тот же тюбик. И тут вау, такая новинка, тем более хватает надолго, где-то две недели вот у меня этого, этой упаковочки хватает, потому что я один патч режу напополам, приклеиваю. Я на планерку хожу постоянно в этих патчах, утром налеплила, открываю зум, включаю видео, ну все угорают, и потом классные видео получаются. Так, дальше мне заказали еще туши, смотрите, две туши из серии On Color. Ой, только не надо падать. Кстати, популярная серия, многие заказывают эту тушь и один раз попробуют, если вот кисточка подошла, потому что сама тушь классная, не всем подходит кисть, например, для моих глаз не подходит, глаза чувствительные, ресницы странные, их вот так вот уложить, как они у меня сейчас, очень сложно. В основном справляется тушь 5 в 1, или мне очень понравилась, кстати, тушь, тоже силиконовые кисточки серии Giordani Gold, ее, кстати, вкладывают новичкам за второй шаг, она потрясающая. Если ее сравнить с тушью 5 в 1, чем они отличаются, у нее чуть-чуть другая кисточка, но она абсолютно не царапучая, и она дает больше объем, то есть она также длину, изгиб, но она объемнее, то есть 5 в 1 она делает ресницы такие полупрозрачные, такие более натуральные. Я люблю такой макияж на день, но вот, например, на видео или на какое-то мероприятие нужно глаза повыразительнее делать, и тогда вот эта тушь просто великолепна. И вот заказали еще одну тушь стойкую, и ее, кстати, снимать нужно специальным средством для снятия водостойкой косметики, потому что она плохо смывается. Так, это тоже еще не все, кстати, вот две щеточки тоже заказала, где у нас зубные пасты, вот здесь
Очень классные щетки, кто не пробовал, можете в каталоге рассмотреть картинку. То есть все как обычно, да, щетинки как у всех щеточек, да, здесь язычок почистить есть с обратной стороны, но что интересно, этого я никак вы не увидите, внутри три как цилиндра силиконовые, они с надрезиками, да, такие вот как цилиндрик, и разрезали еще вот так на четыре части, и получается такой классный массаж десен, просто чудо. Но вот для меня это жестковато, я себе беру прям мягкую, вот она супер, а этими вот пользуется Миша, а я беру себе прям самые-самые мягенькие. Так, ну и конечно в заказе еще есть под заказ тоже линер, то есть это маркер для стрелок, он очень крутой, но если вы красите как я сначала тени, а потом этим маркером, то он у вас быстро забьется, поэтому можно сначала накрасить стрелку, а потом работать тенями, если вам удобно так. Или, а кстати, хранить его нужно вот так, чтобы вниз стекало все к наконечнику, и еще можно его трясти как градусник, чтобы напитывался наконечник. Так, два блеска, знаете, я беру себе блески, у меня их раскупают, я опять покупаю, у меня их опять раскупают, на самом деле у меня необходимости в блесках нет, но я их так люблю, и на самом деле когда у меня бывает, ну, настроение может быть не очень хорошее, или мне что-то грустинка какая-то попадает, я сразу открываю себе или новую помаду, или блеск, то есть у меня вот эти вот штучки, неважно, что у меня там 50 помад и блесков, меня они так радуют. Ну и что, ну кстати, они сейчас такие дешевые, я вот взяла два самых таких крутых блеска, посмотрите, потом коды будут в описании, они 149 рублей в каталоге стоят, это же просто вообще по цене шоколадки, крутой стойкий блеск, который дает такое сияние, объем губам, он необыкновенный. Так, дошли до подарков, да, сейчас посмотрим. А кстати, еще два пробника мне вложили, я правда не помню за что, ну пусть, а помню, это набор, я заказала набор, в который включается один каталог следующего периода, два пробника и еще два пробника нового аромата, они приходят в таком красивом футляре, можно даже сказать, я уже дегустирую мужской и женский, женский просто восторг, мужской первые ноты меня сразу прям такие вау, вообще сейчас не понимаю, потому что еще и руки кремом зачем-то намазала с лимоном и вербеной, и конечно же аромат немножко перебился, поэтому сейчас вымою руки и заново все нанесу. Я думаю, что эти ароматы будут мега популярные, правда, они классные, я думала они будут какими-то тяжелыми, я прочитала состав у женского, он такой мне показался, какой-то там жасмин, и у меня сразу так, ой, наверное, будет тяжеловатый аромат, нет, он вообще не тяжелый, очень классный, и мне прислали на обзор такой аромат, представляете, но я не буду его сейчас открывать, я хочу записать отдельное видео, где я его там вскрою, достану и так далее, слушайте, выглядит очень красиво, такая интересная, вернее такой интересный цвет у упаковки, он как будто вот переливается весь от темного к светлому, сиренево-фиолетовый, так играет классно, как голограмма. Так, и у нас как обычно есть акция, и по акции можно было взять один продукт с 50% скидкой, я взяла сыворотку NovAge Ultimate Lift, обожаю эту сыворотку, в прошлый раз я взяла себе ночной крем, и сейчас как раз уже кремом начала пользоваться, а сыворотка пока была коллаген, а теперь коллаген я оставлю на утро, как раз у меня дневной крем и коллаген, а на ночь буду делать сыворотку Ultimate Lift и как раз ночной крем, эффект будет круче. А что делает Ultimate Lift, если вы помните, работает с контуром, то есть у нас идет подтяжка лица со скидкой 75%, у меня же два заказа получила со скидкой 75%, я на один заказ взяла Giordani Gold Essence, это мой любимейший аромат в Oriflame, еще никто его не затмил, а на второй номер я взяла Skin Pro, представляете, такой аппарат наикрутейший за 820 рублей, аромат за 700 рублей, а если вы видели в каталоге, он стоит по-моему около 4000 уже, а
аппарат Skin ProSonic 3 в одном, который я обожаю просто, особенно массажную насадку. Ну это что-то невероятное. Спасибо компании за такую акцию, за такой шикарный, можно сказать, подарок. Я или кому-то предложу купить, или в подарок. Вообще хотела в подарок подруге. Вот, жду приглашения на день рождения и пойду с классным подарком. А еще мне на обзор, как официальному обозревателю, прислали помимо аромата нового еще новинку — гель для душа с ароматом лаванды. То есть он будет такой успокаивающий. Он, кстати, тоже приходит с пломбочкой запечатанной. Как его открыть? Не получается. Да, надо какое-то специальное приспособление. А так охота понюхать. Ну, будет отдельное или в Инстаграм. Скорее всего, в Инстаграм или Reels будет, или пост. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм, чтобы не пропускать новинки. Мне прислали помаду, будет новинка в серии On Color, такой цвет, я не знаю, пахнет как будто шоколадом. Я еще не смотрела новый каталог, поэтому я не знаю, что у нас за новинки ждут. Я так понимаю, ко дню влюбленных, потому что все в сердечках. Такой интересный цвет, тут точно будет Reels отдельный. И мне прислали, та-дам! Вот такую классную штуку. Это тоже будет новинка. А как открыть? Не могу открыть, не могу. Ладно, сейчас откроем. Это тени для бровей в обновленном дизайне, в новом формате. Интересно уже заглянуть вовнутрь. Ну, давайте это сделаем вместе. Такая маленькая классная коробочка. Разработана в Швеции, а сделана в Китае. Внутри нас ждет. Очень классно, что есть зеркало. Вот здесь пленочку можно снимать. Кисточка одна и три оттенка теней. Светлые, более как бы в рыжинку, и такие уже потемнее. Давайте попробуем. Светлые, в рыжинку, потемнее. Ой, наоборот. Получается, вот так нужно смотреть. Вот таким образом. Я, конечно, все попробую и вам расскажу, то есть покажу уже в деле, какие оттенки, как будут выглядеть. На самом деле, что я люблю в таких тенях, то что их можно между собой миксовать. То есть у вас всегда будут классные брови. То есть где-то сделать потемнее, где-то посветлее. Отличная новинка. И очень удобная кисточка. Маленькая, тоненькая, прям то, что надо. Вот такой получился классный у нас обзор, огромный заказ. Напишите, что вам понравилось, что бы вы хотели себе заказать, на что вдохновились. А я вам сейчас еще расскажу кое-что. Мы получали сейчас заказ в офисе. И в офисе стоял термос. Термос, который сейчас идет по акции. То есть в первом каталоге нужно сделать заказ на 50 баллов. Во втором заказ на 50 баллов, и вы получите термос за 199 рублей. Ребята, девочки, мальчики, кто меня смотрит, он очень крутой, он такой черный. Внутри крышечка оранжевая, и в пробке тоже оранжевый цвет. И когда его закручиваешь, то полоса оранжевая, а весь он такой черный, такой стильный. Очень классный термос, поэтому выполняйте такие наипростейшие условия, и будут у нас с вами классные термосы. Я буду делать 2 штуки точно. Термосов много не бывает. И шиповник надо заварить, и кофеек с собой взять, чаек в дорогу. То есть мы когда куда-то едем, обязательно берем 2 термоса. В одном чай, в другом кофе. Поэтому термосы у нас уже старенькие, которые тоже, кстати, Oriflame, и они очень классные. Один прям маленький, есть детский, кстати, еще 3 термоса Oriflame. Поэтому выполняйте акцию. Я вам желаю успехов, классного каталога. Он на самом деле классный, хоть и он не толстый, но в нем столько интересных предложений. Поэтому пользуйтесь сами, рассказывайте близким, расширяйте круг влияния на людей, чтобы люди знали, что вы в Oriflame, и у вас все получится. А если какие-то есть вопросы, пишите прямо в комментариях под видео. Я буду отвечать или на комментарии сразу, или возьму ваши классные самые вопросы в эфир, который я провожу по вторникам в 19 часов по Москве. Кстати, забегайте пообщаться вживую. Пока-пока, до новых встреч!